Можно, это, конечно. Ну что ж, у мужчин пока ничего яркого не произошло, пока мы наблюдали за Светой. Вот только первый, кто прыгнул, это Антон Галацук, по которому мы говорили, который не приземлился... На все четыре точки. Да, который приземлился так, как нужно, на ноги. Пока Анатолий Васильев лидирует, 9.05. Ну и вот Галацуцков... Пока дал заявку такую, пока, да? Да, видите, сделал. Выполнил хороший прыжок четкий. Первый. 8,5 у Светы, 8,5 балла. Не ее оценка, это понятно.